Ну что ж, привет, мы продолжаем разбираться, что сейчас все-таки круче на тот или иной класс. И сегодня наш подопытный это инженер, у него тоже есть две новиночки, это, соответственно, Honey Badger и Ktar, вот, но конкуренты его это Macpool, Kedar и CSV9. Собственно, обе мы сейчас эти все, ну точнее обе, сейчас все мы эти пушечки протестируем и, соответственно, уже вынесем какой-то вердикт. Предлагаю начать с тестов, поехали сразу же, берешь, наверное, также штурмовичка, ну, дистанция ваншота отсюда, я думаю, вот отсюда будет ваншот. Не, ну, неудивительно. А вот отсюда будет ваншот? А, ваншот, нифига. Отсюда уже точно не будет. А вот отсюда? Ставлю ставку, что отсюда ваншота не будет. Да. Так, ну, срезали дистанцию, и отсюда тоже уже не ваншот. Значит, ваншот у него, ну, примерно вот отсюда. Поехали, проверим, сколько тела надо. 6 патронов в тело. Неплохо. Вообще неплохо. А в конечность, ну, давай ради интереса тоже бахнем ногу. Нога. 7 нога. Ну, посмотрим. Мы что, мы же для этого здесь собрались. Что-то у нас ребята бодренькие. Наверху. Отловил. Убил Айка. На, просто с Бароузом мы вообще уверенно максимально перемещаемся по карте. Просто на уверенности двигаемся, понимаешь? Все потому, что CSV мета. Убил меда. Здесь. А, резни меня. Хорошо. Так, ну что, мы сейчас возьмем кедр, посмотрим, насколько он хуже или такой же он, как CSV9. Ребят, если что, я вам напоминаю, что в описании переходите, забирайте все бонусы крутые на все классы. Новички, если что, по этой же ссылке могут зарегаться, а те, кто не захотели больше месяца, могут забрать себе все то же самое. Так что пользуйтесь. Для справедливости ради, ему нужно дальности тоже прокачать на максимум. Так, поехали, проверяем ваншот в голову с пламя-гасителем, потому что он срезает падение урона. И проверяем мы его, стоя вот тут, где ваншотил CSV. CSV ваншотил тут, тут кедр не ваншотит уже. Соответственно, это очень плохо. С глушителем еще меньше дальность ваншота будет. Для начала давай вот тут. Ваншот тут тоже отсутствует. Зарезаем еще дистанцию. То есть уже вот тут пропасть огромная между ваншотом. Просто, ну реально. Даже отсюда нет ваншота, серьезно. Да, ваншот. То есть вот начинает кедр вот тут ваншотить с пламиком, а CSV вот тут. Но CSV тоже с пламиком. А ваншотит ли вот отсюда кедр с глушителем? Я думаю, что нет. Ваншот. Тогда спрашивается у меня вопрос резонный. Вот этот пламик, нахер его используют? Снижает падение урона. Хера он не снижает, получается. Потому что раз отсюда есть ваншот с глушителем. И, соответственно, давай тогда тестировать, ну, тело и конечности. 6 патронов точно так же, как CSV. Так, нога. Охереть. Что-то уже, да. 9 выстрелов. 9 выстрелов в ногу. То есть с CSV было 7, с кедра 9. Тело он явно пилит сейчас куда хуже, но по головам работать возможно ли? Сейчас посмотрим, насколько сильно вот эта вот дистанция не ваншота будет влиять на этот кедр. Но тут еще глушак есть, как плюс у него огромный. Поехали, центр. Делаем грязюку. Ну тут без шансов было. Он выиграл? Он выиграл. Ха-ха! Хорош! Ты иди нахуй. Да, ты ему не дал хит, да? Не. Да куда ты стреляешь? О, так он тут стоит. Умри на мини по-братски. Умом называется, умом. Кедр вообще мало урон наносит. Нормально, я мышкой уперся, сейчас зажал ему в тело. У мышки уперся в клаву просто. Но успел перепилить, потому что флешку правильно кинул. Убил меня до нас, смотри. Убил еще одного меда. Убил еще одного меда. Найс. Вот смотри, меня просто чел тоже с кедра молниеносно. И тебя молниеносно. Это мне было не ваншот голову и тело, чтобы ты понимал. Вот потому что сейчас он в упор медика не убил. Давай будем объективны. Я хоть и сыграл неплохо, но я сыграл это только благодаря тому, что я отпикивал реально там вот медиков отфармил очень правильно на центре. Авика я там подфармил, медика под флешку одного забрал. То есть все киллы такие, знаешь, ну типа неуверенные. Плюс еще у нас, ну дальность ваншота, естественно, у CSV выше, сильно выше. И как бы 9 патронов в конечности, ну это очень много, я считаю. Поэтому плавненько мы перетекаем к нынешней мете. А это у нас что? Это у нас Honey Badger. Посмотрим, он сильно удивит меня по ваншоту или нет. Ну давай проверим, будет ли ваншот в голову у Honey Баджера на том же расстоянии, где был у CSV. Вообще не удивлен, если честно. Ну, знаешь, вот смотри, я подвинул буквально 2 шага вперед сделал, но на 2 шага дальше, чем CSV. Ваншот. Ну и теперь, соответственно, тело.
5. 5 патронов в тело. Чтоб ты понимал, берета также пилит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 патронов в ногу, но у ЦСВ также. Но зато у Кеда, ой, у Хани в тело на один патрон меньше. Как бы, ну и ваншот подальше. Как бы звучит, как будто топ-1 пушка у меня в руках в данный момент. Не, вот здесь карта прям хорошенькая. Под Хани Баджер, старенькая карта, старая пушка. Все, сейчас все попрет. Все идеально тут сложно. Ну и чё? И чё, где крушитель мой мог быть? Хорошо. Ну почти. Было бы стамины побольше, я бы всех уработал нафиг. Айка убил. Я не затрекал. Солнце было слишком низкое, и я на краю ковра воевал. Ой-ой-ой, как плохо пострелял. Инжа убил под флэш. Эй, стырил моего, козел! Негодник! Нормально. Чувствую каждое движение просто. Хани Баджер в действии. 13 на 2, деточка, летим! Чё делаешь, брат? Этот сидит наверху. Чё делаются? Дерево, дерево. А, нет, не дерево, пруд. Найс звуки Астарты выстрелов. Я даже не понял, он такой приглушенный был. Так, ну сейчас я, короче, скалы просто рашу, там крушитель будет на тройке. Меня штрафанули. Ладно, ошибка. Ну это мой, блин. Фэмбл, ты с чем? Ты с Хани Баджером? Эй, ты не позорь давай эту пушку. Там спина у нас. Я тявик меня штрафанул. А, ну он немножко неправильно играет, но ладно, в целом. В целом, Хани Баджер был в действии сейчас. Прям вообще конкретно уверенный. Хани Баджер. Всем советую. Поехали пузострельную мету тестировать. Оп, встали. Оп. 6 патронов в тело с макпула. Ну, как будто многовато. И нога. 9 патронов, серьезно? Это очень много, и я чувствую, Ктар будет по всем показателям сильнее. Я не знаю. Ну, прям есть у меня такое предвкушение. Это дерьмовая карта, конечно. Да, ну, я не знаю. Нет, тут инженер, в принципе, можно себя нормально реализовывать. Под контами в основном и на двойке. Куда? Как не убил? Лавик, яма стоит. Хорошо. Как сейчас я обосрал чуть... Ой, блядь, надо же диффузить. Как я чуть не обосрал этот раунд сейчас. Просто стоит штурмовик вот тут АФК. Стоит, ставит бомбу. Я сверху подхожу в него так. И перестаю в него стрелять. И не убиваю. Ну, он просто мне очень, да, очень жестко дал мне. Префом. Я ему на прицел как будто сам вышел. Почему я? За что? Ну я же ничего плохого-то не сделал. Ну я кот снова опять подрезал. Проходной залечу. Чувствую, что сейчас мне накинут вантап. 7. Ну я не знаю, что там. Сложно оценить. Ну, что-то я сейчас даже авика очень долго спиливал. Прям очень. Блин, 9 в ноги, это очень много. Нихера ты что делаешь? Шизофреник, что? Нормально. Ну, все равно, не. Ну, типа, выбирать макпул, допустим. Я играл с АК-12 и играл с беретой. С беретой я прям чувствовал за миллисекунду спил. Тут с макпулом я не чувствую за миллисекунду спил. Типа, вот примерно, как будто я играю со СТК. Я не знаю, почему у меня такие ощущения. Типа, ну, некомфортно тоже, как будто что-то с отдачей, как будто распилом. Ну, короче, нет, фу. Фу, макпул, фу, не нравится. На ПТС он когда был в самой первой вариации, вот он был очень жестким. Даже сейчас, несмотря на то, что его апнули, ну типа пойдет на каком-нибудь золоте там может быть играть, но не высший лиг. Время легенды, причем самые настоящие легенды. Ставим прицельчик, ставим рукоятку. Пламя гасите. Ну я нажимаю ЛКМ, он прыгает. 1, 2, 3, 4, 5. 5! Да ну нахер! Так подожди, у Хани 5, и у этого ж 5. Конечность сколько? Ну-ка. 7.
Конечно, 7. У Хани тоже 7. При этом здесь темпа больше на 200 единиц. Слушай, сейчас конкуренты реально Хани и Ктар. Ну, типа, позастрелка и голова шотер. Вообще конкретный. Тут старая карта, но и у меня в руках старая пушка. Ну, как бы, опять же, совпадение? Не думаю. Поехали. Сейчас должен настреливать. Сколько я настрелял там? 18 за... с Хани Баджером? Да, 18 на 6. Все, вот сейчас 18 фрагов с Ктара делаю. Ктар топ-1 пушка автоматически. Поехал. Есть пробитие по мужичкам. Работаем. Не, я знал, что они пойдут в центр. Потому что на без медов идти один, как будто смерть. Я сейчас опять просто так же сделаю ту же самую страту. Сработает, нет? Как будто пока. Пока есть все шансы. За контами один. Вау! Хорошо. Флешечка меня маленечко дезориентировала, но в целом... Центр надо было. Да, в целом похер. Я обход пошел кушать. Тон Юха! Миша! По-братски! Ну да, тут без шансов было. Блин, ну сейчас я-то опять хороший мув сделал, но... Причем все идеально же было. Просто авик мне с разворота фазумнул. Пизделёк. Не умри, не уйдешь нафиг. Пока не умрешь. Это спина, скорее всего, оба. Уже под навесом. И за зелом. Найс. Ну опять, что-то я не знаю, как-то кабин развалочь происходит, вообще полный. И наши вроде убивают, и я убиваю, бегаю. Как 17 настрелять? 18 как настрелять? Я не понимаю. Миша, скажи по-братски, есть лайфхаки? Я откуда знаю? Нет лайфхаков, понял. Нормально, чел просто на лицо медику прыгает, убивает. Но меня, нет, не убивает медика, убил медика. Один где-то с обхода, другой с ангара. В голову дал. Ну не повезло. Раз на раз с ним махаться пошел. Пусти меня. А его уже отвлекли. Он отвернулся от меня. Это немножечко нечестно получилось. Немножечко не раз на раз. Блин, хочется, знаешь что, вот взять вот такой, юй, суху поспамить, как хорошечечко. Реально, зил. Не он что-то голову ему дал. Похуй, да? Нет. Я колонны пушить пошел. Первый этаж есть. Охереть просто, у чела какие шансы сейчас были? В голову мне не попал, умер. Иди сюда. Ктара просто. У меня хп один был, просто я боялся его идти, я хотел ему максимальный урон накинуть просто с ревикой, чтобы мои типы... Ты ж не попал ни разу с него, нет? Да, я пытался, типа, в этом-то и прикол. Это мой, ну ты чё? У меня-то с ним дуэль была, как Пушкин и Дантес смахались. Вообще взял, зафидел. Я еще рукояткой не то играю. Думаю, что отдача такая сильная? Вода, вода. На нахер одному. Арну убью. Нет. Я ему еще в голову сунул, случайно. Ты слышь, 12 на 4 это тоже в тройку, блядь. Не то, не... Хотя... Но я мог с таким успехом 3 на 0 сыграть и сказать, в тройку, брат. Конкурент. 3 на 1 это в тройку. Да иди ты в жопу, тройка пишет в игре, в стату, если ты на ноль играешь, все равно в стату пишет 3. Че ты мне тут начинаешь втирать, блин? Я по варфейсовски мысли, понимаешь? Я даже когда в магазин прихожу, я хлеб считаю, сколько он в кредитах стоит, сука, а не в рублях. Короче, пора итог подводить. По-моему, и вам тоже должно быть все очевидно. Хани Баджер топ-1, если что, вот такие моды на нем стоят. Я бегаю скучностью, почему? Потому что в прыжке он очень плохо, ну, разлет там очень бешеный, и вот это хотя бы чуть-чуть бустит ему кучности в прицеле. Можно поставить сюда перезарядку. Отдачу сюда вообще не вижу смысла ставить, потому что он и так, в принципе, нагибает. На CSV у меня стояли, ну, две дальности, естественно, урон в голову. В целом, играбельная тоже пушка. Единственный его минус, ну, то, что нет глушака. Если мы сравним с Хани Баджером, с прямым конкурентом. Тар, естественно, нагибает вообще без проблем всяких. Макпул вообще не играбельная штука. Ктарчик, ну, соответственно, вот. Отдачу обязательно ему режем. Дальность обязательно добавляем. Темп, естественно, увеличиваем. В итоге я поставлю, ну, опять по той же схеме, скорее всего, как и на штурмовика. Типа Хани Баджер топ-1. На второе место Тавр Ктар я всуну. А на третье место CSV. Потому что, ну, Ктар, блин, объективно он очень сильно в тело пилит. Очень сильно. И очень приятная пушка. А Хани, ну, тут
уж вообще слов нет. Всем привет, привет, Костя. Для меня топ-1 точно это Хани Бейджер, объясню почему. Он ваншотит в голову на средних дистанциях, можно даже постреляться на дальних дистанциях. В упоре можно нормально постреляться, у меня было даже множество ситуаций, когда я медика в упоре перестреливал. Топ-2, по моему мнению, CSV. Не беру его, потому что мне не нравится прицел и тряска ее, и отсутствие глушителя. Топ-3 делят Ктар и Кедр, тут уже кому как по кайфу. Ктар в упоре с супер прикольный и на средних дистанциях, на долине очень. Ну а кедр, ну, все понимают, что это за пушка, чуть его апнули, но все равно недостаточно до ханьки либо CSV. Да, Кость, привет. Ну, короче, по поводу топ-3 пушек на инженера, номер 1 это 100% ханьбаджер, потому что его в этой мете сделали слишком убойным, плюс встроенный глушитель, который не режет урон, плюс ваншот голову на огромной дистанции, очень бодро пили в тело. В общем, он в целом в комплексе номер 1, и это бесспорно. Насчет топ-2 и топ-3 тут немного спорно будет, но чисто по моему мнению, я бы на второе место отнес бы кедр, а на третье место CSV. Объясню почему. Мне вообще не нравится прицел CSV. Он все портит, но по характеристикам CSV будет чуть-чуть лучше, чем кедр. Поэтому чисто из-за неудобства я поставлю CSV на третье место, кедр на второе. Пилит они одинаково, ваншот гоу плюс-минус одинаковый, хотя у CSV чуть больше, но в любом случае здесь в этой мете Хани Баджер номер 1, только его надо вязать, поэтому на остальное не обращать внимания. В общем, по мете сейчас такая ситуация. Топ-1 это Ханька, железно. У нее есть все, и глушак, и темп стрельбы, и урон. Единственный вот ее минус это точность в прыжках. Второе место это CSV-шка, потому что у нее нет глушака, неудобный прицел, в котором тяжело стрелять в прицеле, стоять на приемках. На третье место я бы поставил какой-нибудь Ктар. Он намного лучше, чем кедр, который хоть и апнули, но все равно недостаточно. Ну и лучше, чем Макпул, хоть и отдача у него побольше.